Я вот вижу, что там всё. Ой, ты знаешь, что здесь классно? Я ещё. О! Цена вообще слышала про это? Я слышала, я их выучила. Никто же на себя сделал. Вот это по-моему. Очки надо. Прячу на баги, ничего не видно. Играли какой-нибудь на записи один в один. Не смотри. Да, психушка. Еще. Где-то здесь получается. Ты тоже поешь? Что-то от меня отваливается. Все. Наслаждайтесь жизнью и музыкой, которая помогает скрыться от жестокой реальности мира, пусть хотя бы и на несколько минут. Вилли Вала. Шок. Это срыв компенсаторных реакций организма в ответ на повреждения. Шокирующая музыка не наносит повреждений. Она позволяет взглянуть на мир по-новому. Поехали. Сирятина не надо. В смысле, оно вообще в темноте. Ладно, все.
Поехали. Мы успели разобраться с тонкостями операторского отдела. Всем доброй ночи, здравствуйте, это «Молодая музыка Сибири», яркая ночь, незабываемая, удивительная ночь, и совершенно не случайно, что сегодня в гостях у нас одна из самых ярчайших групп нашего города, группа System Shock. Здравствуйте, ребята! Привет! Как дела? Как настроение? Отлично! Традиционно начинаем нашу программу с небольшой проверки остроумия наших гостей. Небольшой блиц-опрос специально для группы System Shock. Для них это сюрприз, они о нем ничего не знают. Готовы? Да. 3, 2, 1, поехали. Где у электроника находится кнопка? Сзади. Продолжите строчку по своему усмотрению. Если б мишки были пчелами... Они бы не жужжали. Из полей доносится. Новей. Как бы называлась группа «Руки вверх», если бы они играли в стиле black metal? Печальные руки. Назовите 5 причин поставить песню Игоря Николаева дома. Первая причина – это... Ты. А вторая? Все твои мечты. Зачем по тексту? Давайте, 5, 3 причина. Это ты. 4. За любовь. 5 причина – это... Да что греха таить, ты! Это ты! В общем, да, мы написали новый... Справились, ребята, да, можете поаплодировать сами себе, это было круто, молодцы! А, давайте теперь знакомиться. Николай, как вас зовут? Представьтесь, что вы делаете в группе и по возможности как бы остальных участников. Меня зовут Игорь, здравствуйте. Это Антон, наш главный заведующий по электронике. И, наконец, Антон Олег Электрик, да? Олег Аркадьевич, да. Только так. Это Олег ваш Аркадьевич. Костюмер, наверное, да? Да. Костюмер — это наш... И вдохновитель. Вдохновитель, балетмейстер. Судя по количеству металла на костюме Олега Николаевича, он еще и слесарь. Друзья, совсем скоро мы узнаем, как бы звучали саундтреки в игре «Гоночки на Тетрис», если бы ее исполняла группа System Shock. После небольшой Совсем скоро мы узнаем, как бы звучал саундтрек из игры «Гоночки на Тетрисе» в исполнении группы System Shock. А может, и не узнаем. После небольшой паузы. Не переключайтесь. Недавно в интернете нашел очень хорошую музыку для сна. Включил и действительно уснул. Сегодня у нас в гостях группа System Shock, музыку которой можно поставить на будильник и начать тусить уже с утра. А чем же занимается, собственно говоря, Игорь? Я занимаюсь тяжелым делом, ношу тяжелую фамилию Николаев. Я думал, всю аппаратуру групп. Да, на самом деле, всю аппаратуру. Ну, нет, ну если серьезно, гитара, вокал. Гитара, вокал, композитор, сочинитель. Композитор. Пишу тексты, пишу музыку. Все пишешь? Все пишу, да. Продюсер, можно даже так сказать. Заявление в полицию в стихах. Слава богу, еще не приходилось и не хочется. Ну да ладно. Давай по-нормально представь человека. Я просто не знаю теперь, как обращаться после такого представления. Это Елена. Николай, расскажите, пожалуйста, чем Елена Игоревна занимается в группе? Вот если вы уже всю композицию пишете, все тексты, что же тогда этот человек делает? Помимо того, что хорошо выглядит. Человек несет, фактически несет основную ответственность за живые выступления. То есть весь подклад, вся электроника, а ведь мы электронная группа, все-таки висит на этом человеке. Если бы не она, мы бы были рок-группой просто. Ну и самая яркая часть вашей группы — это хореографическая часть, да? Да. Состав вашего. Это непосредственно шоу, визуальная составляющая. Театр одного актера. Давно группа существует? Сколько времени уже? С 2009 года. Прямо с начала. И прямо с Нового года? Первое выступление было 1 февраля. Для соседей? Для соседей, для клуба XL. Ну, насколько помнится, давно в Омске замечал ваше выступление, периодически попадал. Раньше у вас было что-то такое более активное, серьезное. Сейчас как-то все полегче стало. Как-то все размереннее, медленнее. Вот девушка прекрасно исполняла песню. Кстати, как ее зовут и почему она исчезла? Ее зовут Катя. Катя. Она здесь появилась и исчезла, потому что мы владеем техникой телепорта, да. Мы освоили эту технологию, в отличие от некоторых лузеров.
Раз уж ты автор текстов, скажи, почему именно английский язык? Ведь в России живем. Острая такая тема, я понимаю, да? Музыка. Отличный ответ, Николай. Это все из-за музыки. Я считаю, что просто для моей музыки подходит английский язык, и все. Вот как-то так. Пробовал на русском, но не особо получается. А другие языки? А другие языки я не знаю. Английский откуда? Английский откуда? Может быть, закончил факультет иностранных языков. Вот так вот. Переводчик. Знаете, да? Не просто так у нас на английском люди поют, как некоторые, я сейчас не буду показывать пальцем. Просто так придумывая слова. За тот период, который вы существуете, 5 лет, получается, 2009 года, сколько уже альбомов выпустили? Давайте о материале, о продуктивности группы. 2 EP, как бы. Что это? EP — это, как правило, релиз, состоящих с 3-4 треков. Не больше. Халтура, да? Затравочка. Немного. Затравочка, да. Ясно. Вот 2 EP, один полноформатный, и вот ожидается в 2015-м второй полноформатный альбом. Так, хорошо, вопрос к Лене. Да. Лена, я вот слушал сейчас материал, и так понял, что Коля постепенно с себя обязанности музыканта сбрасывает. Медленно, но верно. Я объясню, почему. Дело в том, что 3 года назад слышал группу System Shock, я видел, как Николай надрывает связки, как у него все и пальцы. Сейчас Коля поет очень легко. А гитары в песнях практически не слышно, но зато с хорошими прописанные электронные сэмплы. Лена, сколько времени занимает у тебя вся вот эта вот обработка, аранжировка и так далее? Ну, я как бы аранжировкой особенно-то не занимаюсь, в принципе, ага. Да. Ну, то есть то, что идет на лайве, как бы да, там я могу что-то добавить, но все равно основа-то у нас есть. Вот, она Колина. Куда-нибудь в гастроли ездили? Какие-нибудь туры, может быть, по России, может быть, не только в России? Ну... Помимо мы России, регулярно в Китае ездили. Были. В Китае были? В Китае были. Что делали? А вот... Пели, писали, да. Ясно. Судя по всему, ноутбук там и обклеивался, да? Ну да. Потому что я вижу очень много... Он многострадален. Может, на камеру покажешь, открой. Да, очень много всяких разных. А есть какие-то истории, может, у каждой наклеечки? Нет? Откуда какая пришла? Ну как, случайным образом. Случайно? Одна наклеечка, потому что мы опоздали на поезд. В Китае другая наклеечка, потому что 10 часов спали в аэропорту. Ну и вот так далее. То есть я так понимаю, еще одну тайну открою. Группа System Shock сегодня опоздала. Я так понимаю, опоздание — это кредо группы, да? Сегодня? Фишечка. Сегодня это внимание организаторов. Говорите за 2 часа, во сколько приезжать к группе System Shock. Я очень долго ждал этого момента. Это похоже на закулисье театра. Рубрика «Откуда звук?» прям по курсу у нас «Молодой музыки Сибири». Эта рубрика рассказывает о том, что и какая примочка музыканта вытворяет. Можно пройти и посмотреть. Николай, Елена, Тина, возможно, покажите, что у вас здесь находится. Николай, показывай. Все ваши приблуды, да. И работает ли это вообще? Да, это все работает. Что это такое, как это называется, за что отвечает? Это контроллер отвечает за воспроизведение электронных сэмплов. То есть помимо какого-то минимального подклада, какого-то запрограммированного уже, допустим, ритм-секциями, есть сэмплы.
почти растанцевался. А это по нотам распределяется как-то здесь, да? Как любой звук, да? Любой абсолютно, да. Можно по нотам, можно не по нотам, можно просто по порядку. Вот устройство, напоминающее диспетчерскую в такси. Ты его подключил? Что это такое? Да. Нет. Нет. Ну нет, ладно, сейчас подключай. Проверим. Да. Так, сейчас на паузу тогда нажмем, переключимся. Да. У нас один комбик. Так, мастер, у нас откуда здесь? Да. Это шнур нет идет. Вот его нужно. Не-не-не, другие такие же разъемы. Как ты хотел живое выступление? Ага, не говори. Нет. Вот это да. Да. Че, поехали, да? Сначала это. Так, ну и вот это устройство, которое мне, если честно, напоминает переговорочный пункт. В вызове такси. Что это такое? Расскажи, что за крутилочки, кнопочки? Это самый настоящий синтезатор, просто синтезатор. Обычный? Да, ну с вакодером, да. Что такое вакодер? Называется он на вышнем Нова. Что такое вакодер, объясни. Это вот. Проще сказать так. Покажи, как работает, потому что на словах объяснить как бы это можно. А вот так он работает. А следующая остановка называется «Бальзам-звездочка». Ужас какой. Слышишь, да? Та-та-та-та-та. Это можно все что угодно сказать? Да, это можно все что угодно сказать. А можно мне попробовать? Я попробую, да? Давай. Жми. Это будет экспериментально сейчас. Так, просто любые кнопки. Да. И говорит, сука, какая прелесть. Это была молодая музыка Сибири. Рубрика «Откуда звук?». Какие планы у вас сейчас? Обязательно будет презентация второго альбома с шоу, с костюмами, с интересной программой, интерактивом. И больше лайва на концертах. Клипы будете снимать к новому альбому? Конечно. Будем. Снимаете уже? Нет, пока что в идее. Ну, должно быть потеплее просто. Вот то есть вы на улице хотите? Ну, да, что на улице. Гараж простаивает. Мы не будем раскрывать тайну, да. Гастролировали в Китае, гастролировали в России. Приходят иногда к вам поклонники, вообще на концерты бывает такое, да? Что-нибудь приносят, что-нибудь дарят? Какие-то истории, может быть, есть связанные с такими необычными подарками? Регулярно дарят мне на день рождения какой-нибудь подарочек. Не знаю почему, но они запомнили, есть группа. Именно на концертах? На концертах есть компания таких девчонок, мы им очень нравимся, они все время нас либо поздравляют с Новым годом, открыточки, коробки конфет. Однажды подарили вот этот вот браслет. Я вот так посматриваю просто на этот браслет сейчас и вспоминаю о том, что мы собираем Народный музей музыки и группы, приходящие на передачу «Молодая музыка Сибири», оставляют у нас какой-то сувенир нам на память, который мы потом в этот музей, собственно говоря, и помещаем. Есть ли что-нибудь у группы «System Shock», что вы можете нам, так скажем, безвозмездно на память... Ба-ба-ба-бам, пам. Ба-бам! Очки. Кольцо всевластия. Кстати, да, фирменная, наверное, визитная карточка группы System Shock — это очки. Да. Николай, жертвуйте. Кстати, эти проходя очки... по коридорам музея, вы увидите очки Николая. Знаете, это группа System Shock. Очки я привез из Китая. Как и все очки, которые находятся в Омске. Спасибо большое, Николай. В общем... Да, увидимся в музее. Я померю. Очки надо. System Shock — группа, которая способна и взбодрить, и порадовать, и шокировать, и даже приятно удивить. И уснуть. Не получится сегодня. Ребята обещают еще поиграть. Это была «Молодая музыка Сибири». До скорых встреч. We'll be right back.
down the street, give it back, and I'll be fine. I'm coming after you, I'm just about to catch you. The air kiss out I killed, why don't you do that magic? I'm coming after you, I'm just about to catch you. Yeah, no.